Друзья, приветствую вас на канале о SEO стартапов и майнинга. В данном обзоре хочу поделиться информацией с вами о таком ресурсе, как The Viral Exchange. На данном ресурсе с помощью своих социальных сетей, таких как Facebook, Google+, Twitter, YouTube, можно делать несложные действия, такие как Twitter, ретвиты, лайки, просмотры видео на YouTube и зарабатывать криптотокены ICO компании, которые проводят продажу своих монет на в тот или иной момент времени. Приблизительные возможные доходы на данном ресурсе. В переписке на форумах, в крипточатах, которые получила информацию, что люди, которые участвовали, еще летом это было, ICO-компания Stratis, я лично участвовал как в ICO, то есть я прикупил данных токенов, потому как о данном ресурсе я узнал буквально недавно. В течение месяца проделывали рекламные действия Твиттером, Фейсбуком, твиттали, лайкали, заработали такое определенное количество токенов, что после завершения ICO, соответственно, данный токен выходит на криптобиржу, и потом, соответственно, уже происходят там торги между людьми. Люди заработали такое количество монет, что уже по выходу на биржу, то есть повыводили, это получилось в эквиваленте даже больше, чем $100. Кто 110, кто 120, в таком варианте. Но это именно на момент выхода на биржу, если продать. Если сравнить, что данный токен можно было продержать буквально месяца 3-4 после выхода на биржу. То есть именно вот эта монетка, она приумножилась 18 раз. Потому сами сравнивайте. Все зависит от того времени, когда вы будете продавать. Также здесь проводилась также рекламка такого ICO, как Haurum. В том ICO люди успешно заработали в районе 50, 60, 70, $80. В количестве, кто больше клацал, лайкал, это все, проделывал рекламные действия. Потому, в принципе, достойный сервис, с помощью которого можно, не вкладывая своих личных средств, и поучаствовать в своей социальной сетью, заработать, в принципе, достойные средства. На данный момент актуальные ICO-компании это такие, как Janus токен, потом Dark Cruise токен и Block CND токен. У меня получилось уже собрать 340 токенов. В принципе, это копейки, но я не так часто сюда захожу. И вот это количество получилось в течение нескольких дней собрать. Далее, давайте я покажу вам, как регистрироваться на данном сайте. Вот так выглядит форма регистрации. Нажимаем «Register now». Ссылочка на регистрацию данного ресурса я обязательно вам оставлю под видео. Здесь нужно что сделать? Придумать логин, потом, соответственно, электронную почту, рекомендую Gmail, и далее паспорт два раза прописать. Соответственно, разгадываем капчу, ставим галочку «Соглашаемся с правилами» и нажимаем «Регистр». Соответственно, вам на почту приходит письмо с формой подтверждения регистрации на данном ресурсе. И соответственно, уже после того, как вы войдете в ваш кабинет, он так выглядит. В принципе, я поделился с вами, есть такие социальные сети. Скорее всего, они будут добавляться и другие. Но посмотрим, это со временем. На данный момент такое количество токенов есть. Давайте покажу, как в общем это все можно делать. Давайте с помощью Твиттера покажу, потому как здесь наиболее есть разных заданий. Нажимаем на Твиттер. Получается, мы регистрируемся, то есть активизируемся через форму вашего Твиттера. И что мы можем наблюдать. Смотрите, на данный момент есть 6 заданий, которые можно сделать по монетам Block CND, заработать их. Потом 7 заданий Dark Cruise. Одно Incent, это скорее я уже пробовал, оно уже закончилось, данная ICO компания. И есть Viral Points. Давайте покажу. Задание. Нажимаем
вот на данную ссылочку. Переходим, нажимаем ретвитнуть. Закрываем вкладку. И нажимаем вот confirm. Все. Осталось 5 заданий и то количество 8 токенов, если я не ошибаюсь, уже зачислено. Давайте посмотрим. 348 сейчас токенов. Давайте снова перейдем. Twitter. Еще раз нажимаем ссылочку. Нажимаем ретвитнуть. И нажимаем confirm. Все, токены заработаны, ретвит сделан или лайк сделан. Вот, задание завершено, токены добавились на кошелек. Еще раз. Ретвит. И нажимаем confirm. Вот, осталось еще 3 задания. Также все можно делать по Darkrus. Давайте вот это пропустим. Где он? Вот, например. Ретвитнуть. И нажимаем confirm. Замечаем, осталось еще 6 заданий. Потому достаточно зайти раз в сутки или в несколько суток. Ну, то есть это в зависимости от того, сколько вы хотите, чем больше заработать данных токенов, тем чаще нужно заходить и просматривать, добавились ли новые задания вот в данном ресурсе. Быстренько проклацали, соответственно, они у вас уже на кошелечке. После завершения ICO кампании, соответственно, когда уже данный токен выводится на биржу, на бирже можно зарегистрироваться и создать кошелек данной компании. Это, ну, например, Darkrus можно сгенерировать кошелек. И нажимаем Exchange Points. Здесь вот вписываем адрес кошелька, потом код. Код это будет выдаваться при регистрации. Выбираем тот или иной токен. Вот сейчас по выводу можно только DT токен. Вот. Draco. Вот. И количество монет, которые у вас уже заработаны, вписываете. Нажимаете сделать выплату. На электронную почту приходит снова же таки письмо подтверждения, которое нужно подтвердить. И вам на биржу будет отправлено то количество токенов, монет, которые у вас получится уже заработать на данном ресурсе. Друзья, это вся информация, которую я хотел с вами поделиться по ресурсу The Viral Exchange. Регистрируйтесь на нем, делайте несложные действия, зарабатывайте определенные токены. По выходу на биржу выводите их и продавайте. Кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, соответственно, палец вниз. Кому в общем интересно направление ICO, стартапов, криптовалюты, майнинга, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео. Также, если есть какие-то вопросы, задавайте их мне в Skype или, соответственно, комментируйте под данным видеообзором. Будет интересно получить от вас обратную связь. Также у нас есть Telegram и подписывайтесь на Twitter. Всем большое спасибо за просмотр и всем до свидания, до следующего видео.